Әр бір жәме қыметлідір. Чүнкі бұл ерде біз Аллахқа ибадет етеміз. Аллахмен қонышамыз бұл ерде. Намазларға келеді, жоқ адам келеді. Байрам намазлары да сықышмаймыз. Бір вақтылары аберді япайды, бұл бош залда япайды. Пленкалар қойып, но сұлық. Фронт работ очень большой, все упирается в крышу. На это нужна колоссальная сумма средств, потому что ну, мы не в состоянии собрать ее за раз. Саул Санджимат, все, что вот здесь построено, все это сделано на деньги джимата села Ивановка. Забор, вот эта комната, вот мы залили фундамент, вот Абдесхане начали строить. Вот здесь планируем построить тоже также навес, ну, для проведения мероприятий праздничных. Посмотрите, стены, полы, потолки, михраб нужно будет делать. Работы очень много. Поэтому мы очень надеемся на помощь наших собратьев, мусульман. Мы видим, что мы не в силах. У нас тут маленькое село, семей мало, ну, 70-75 семей где-то проживают. Но спасибо им. Все семьи участвуют здесь физически, материально. Людей все больше становится. Мы не помещаемся в эту прихожку. Даже приходится читать намаз на улице. Поэтому я хочу обратиться всем неравнодушным, помочь нам